Все работает. Проклята! Да-да! А что случилось? Лицо сюда! Лицо сюда! А что случилось? Лицо сюда! Объясните, пожалуйста, я просто не пойму, что происходит. Снимите очки. Очки! Твою банковскую карту перечислять деньги. Раз и два, три. Точно не помнишь, да? Точно, но не больше. В дальнейшем что с банковской картой случилось? Он мне сказал, типа, заблокировали, угу. И все, зачем, почему он приедет, все подумали. Вот, когда приехал он, да, рассказал мне. Но я не знал, что он мне кидает. Скажем, конкретно какие подробности? Он сказал, что, типа, ну, то, что он, получается, занимался мошенничеством, людям продавал воздух. Воздух, да? Какой воздух он продавал? Ну, типа, запчасти. Автозапчасти продавал, да? Вот, и все, а через меня получалось, как я понял, одно денег было. И все, я ему сказал, ну, если ты... Это когда ты понял, что отмыл деньги? Это вот, он не говорит, он приехал сюда. Mm-hmm. Он мне сказал, я говорю, нафиг ты так делаешь, что если ты сказал бы, я бы тебе свою карту не давал, я бы продал какую-нибудь левую, чтобы я здесь не был замешан, у меня так проблемы. Ты сам знаешь, что на ласке, что он не переносит, все нормально будет. Mm-hmm. Он говорит, ну, что-то поедешь в Москву, я сказал, нет, я не буду. Сказали, что есть такая работа, продавать автозапчасти. Ну, так и оказался здесь. Так, каким образом продавать запчасти? Тебе предложили? По телефону. Просто обзваниваешь клиентов, как колл-центр. И? Спрашиваешь марку машины, что требуется, что нужно. В твою обязанность входила? Обзванивать клиентов. А кто тебе сказал, что тебе нужно делать? Ну, указание туда, вот. Тот ты должен делать. Да, не его, ну, как направлял, показывал там. Объяснял, ну, что, да, как? Инструктировал, грубо говоря. Телефоны, компьютеры, сим-карты. Кто предоставил? Все предоставили. Кто? Уже было готово. Там в хостеле лежал готовый. Ну, я не знаю, может, с собой у них было, там привезли. Дали, вот, пожалуйста. Кто дал? У Данила, у Ника, говорю же. С ним, ну, уже приехал. Предоставили, да? А карточки кто предоставлял? Я это не знаю, мне по телефону. Ну, номер карты кто диктовал тебе? Показывали. Кто? Данил показывал, там Данил, управлял, да? Там, да, и все. Понятно. Получается, в день ты обзванивал сколько человек? 30-40. Там, когда как. Это я вам так в основном говорил. Части. Я звоню, получается, да, человек. Да. Дальше. Он соглашается на он ваш. Он соглашается, все, ему говоришь номер карты и все. Он переводит деньги. Да. Кто обналичивает деньги? Вот это я не могу сказать, я не знаю. Кто был на карте? Кто тебе деньги, зарплату платил? Не зарплату, один раз, получается, Данил выдал. Не один раз, там, 2-3 раза, было там 1000 рублей, там 1200, угу. Вот так, в общей сложности получилось там 4 плюс-минус. Там, в дальнейшем что с телефонами делали, сим-картами? Что? Утилизировались. Что утилизировали? Телефоны? Нет, сим-карта ломалась и выкидывалась. А банковские карты? Я не знаю, я за ними как бы ничего не могу за это сказать, как, что с ними происходило. Потому что не видел даже своими глазами и не знаю, разговор, меня в это не посвящали. Где проживаете? Город Волгоград. За что задержаны? Задержан в подозрении мошенничества. Сознаете? Да, сознаю, ничего не отрицаю. Запрещенные в гражданском обороте предметы, документы, имеющие значение для уголовного дела, квартиры имеются? Ну, только тем, чем работал. Ноутбук? Ноутбук, сим-карта, телефон и там тетрадка, пару записей есть. Все здесь на столе, да? Да, здесь на столе. Цель прибытия? За машиной приехал, свою машину. За какой машиной? За One Gentra. За что задержаны, в курсе? Нет. За что задержан? Понятия не имею. Цель прибытия? Поиск работы. Где официально работаешь? Нигде. Его 47 на вот. Чем занимаешься? Ищу работу. То есть ты осознавал, что ты занимаешься мошенническими действиями? Ну, теперь уже, да. А до этого? До этого не особо осознавал.
Думал, игрушки все.